привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Чаще всего обладатели этого имени отличаются высоким интеллектом, склонностью к анализу и философии. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Иногда владельцы этого имени склонны к самообману, выдавая часто желаемое за действительное. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Отправиться за 3-9 земель, устанавливать торговые связи, прахтовать рыболовецкие суда, исследовать глубины океана на научном судне, эти люди счастливы, когда они оказываются в своей стихии и, как правило, не мечтают ни о чем другом. Звук «К» в имени твердой и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.